Привет, привет. Слушайте, как вас сразу много, почти 600 человек. Выходные продолжаются, да? Что буду делать? Буду делать профайл. Девчонки, делаю уже для лица третий раз, для шеи второй. Результаты просто радуют. Рассказывала вам уже, да, вот сейчас вам еще Зарина Иосифовна коротко расскажет, что это такое. Но я пока скажу, почему я именно профайлы выбираю. Потому что, ну, во-первых, всего по 5 уколов там на каждую сторону. И, во-вторых, нет никакой реабилитации. То есть нет ни папул, ничего. И в то же время просто, ну, нереально крутой результат, вы сами видите, да. И, как мне сказали, это одновременно... Может, скажите немножко, Зарина Иосифовна? Добрый вечер. Это процедура, где в одном шприце, это гибридный комплекс гиалуроновой кислоты, где мелкомолекулярная и крупномолекулярная гиалуроновая кислота в одном шприце. Это нам дает помимо увлажнения еще и уплотнение, улучшение качества кожи. Также он атравматичный, всего лишь в 5 точек мы колем, с одной стороны в 5 и с другой стороны в 5 такие бугорки, визуально это не видно. За сутки бугорки расходятся и кожа становится такой... свежей, увлажненной. Раз в месяц делается процедура, на курс 2-3 процедуры. И у кого сухая кожа, 3 процедуры. Ну вот, то есть это, конечно, круто в том плане, что немного процедур, не так часто надо делать. Операция по подтяжке век прошла более чем удачно, она прошла просто шикарно. Какая цена, девочки, на сайте давайте посмотрим, чтобы уж тут мы как бы... что скажете насчет лифтик нити? Ну, нити это великолепно. Кстати, Зарина одна из лучших мастеров, врачей, докторов, спасибо, которые делают нити. И благодаря нити у меня такой овал лица. Вы, наверное, видите, да, я не делала подтяжку. Только благодаря нитям. Вот. Нити начала делать я рано, в 37 лет, как только они появились, и делала все. И вот последний, где-то год назад, как раз я делала здесь, естественно, в этой же клинике, как они называются, Зарина, вот эти вот нити. Аптосом делать. Да, Аптос. Делала нити Аптос, которые вообще нереально круто подтягивают контур. Но профайл контур, наверное, не подтягивает, да? Он биоремодулирует, он жировые пакеты восстанавливает, ставит, подтягиваются жировые пакеты, которые опустились и становятся на место, то есть биоремоделирует, подтягивает кожу немножечко. Слушайте, вот на эту вот фразу «вы и так красотка без процедур», девочки, но если бы я была без процедур, я бы выглядела на свой возраст, лет на 20 старше, как выглядят среднестатистические женщины, да, моего возраста. Вы, если просто привыкли к моему сияющему, блестящему лицу, то... просто, ну, либо вы еще очень молоды, и вы не понимаете. Не знаю, на своих мам посмотрите. У вас, наверное, у большинства и мамы моложе, чем я. Ну, вот посмотрите, как выглядят мамы, которые не делают никаких процедур. Вот, так что, естественно, если фигура – это ПП, ЗОЖ и так далее, то, извините меня, лицо – это только вот эти вот процедуры. Причем процедуры регулярные. Процедуры регулярные и процедуры постоянные, да, нельзя сделать какую-то одну процедуру и ждать от нее какого-то вау-эффекта. Да, шею обязательно, да, шею, давайте шею. Вот, делаю без обезболивания, вот смотрите. Такой 2 мл в шприце, на вкол у нас 0,2. Ну да, мне уже все Зарина показала, Зарина Иосифовна, срок годности. Не могу сказать, что это как-то совсем не больно, но типа как вам сделали укольчик в попу, да? Ну, то есть это совершенно терпимо, если вы видите, что я абсолютно нормально с вами общаюсь. Ну, вот маме 45, намного старше вас выглядит. Ну, естественно, если она не делала никогда никаких процедур, то она будет выглядеть на свой возраст, знаете, эффект гравитации никто не отменял. Что я могу сказать про подушку... от морщин. Хорошее дело подушка от морщин, если вы делаете все процедуры, а потом при помощи подушки еще и спасаетесь от того, чтобы у вас там ночью какие-то складки не собирались. Естественно, подушка от морщин, она не является, скажем так, она не поможет вам избавиться от морщин. Просто утром вы просыпаетесь, с менее помятым лицом, если вы, например, спите лицом в подушку. Вот. То есть вот все, что я могу сказать про подушку для морщин. Вещь хорошая. Я, кстати, вот сестре подарила на день рождения. До этого и носику своему дарила. Всем дарю эти подушки, хорошая вещь. Но... естественно, я довольна блефаропластикой, великолепные результаты блефаропластики. И абсолютно я
Могу только сказать спасибо Ирине за ее вообще золотые руки и за то, что она настолько профессиональный доктор. Был косяк, я вам про это рассказывала, что я сразу после блефа сделала в другом месте, не посоветовавшись с Ириной, ботокс, и мне вкололи такую лошадиную дозу, поэтому брови у меня на разном уровне. Ну, это вопрос времени, они, естественно, опустятся, а блефары великолепные, глазами полностью готовы, довольна. Вот, где купить подушку от морщин, ребят, я не знаю, погуглите. Шея все, да? Да. Ну, вот видите, это буквально две минуты, вообще ни синяков, никаких вообще ничего, и все, шея довольна, шея готова. А обычные мезы, конечно, я тоже делаю биореалитизацию, вернее. Нет, я сейчас делаю процедуру профайла, вначале все рассказала. Вот, обычная биоревитализация, конечно, великолепная тоже процедура, но примерно уколов, наверное, нужно 30 сделать минимум в область шеи. И ты еще вся вот в этих папулках, как будто ты какая-то там инопланетянка или жабка такая нежненькая. Именно поэтому я так подсела на профайла, не только я. Постоянно у меня... сроках годности, то, что ну, говорили, да, вот того, то, что здесь у нас 22-й год, написано. Здесь на коробке то же самое. Так. Сейчас, мои хорошие, продолжим, сделаем лицо. Делаю без обезболивания, как я уже вам сказала, потому что реально потерпеть можно, потому что очень мало вколов, что меня и радует именно в этой процедуре. Вот. Сколько вам лет, красивая женщина? Красивой женщине 6 апреля исполнилось 56 лет, и она неустанно борется за красоту. Вы знаете, я, конечно, там был вопрос, с какого возраста надо все это колоть. Ну, что я вам могу сказать, мои дорогие? Я не призываю вас колоть там все в 18 и в 20 лет, хотя некоторые делают уже в этом возрасте биоревитализацию. Японцы вообще колят чуть ли не с рождения. Давайте, Заринов. Ага. Вот. Но уже, например, моя Яна... Нормально, кстати, не больно. Моя Яна, например, что касается ботокса, она первый раз делала 25 лет и постоянно делает какие-то процедуры, потому что у нее не очень хорошее качество кожи. И, естественно, после этих процедур она лучше. Вот сейчас к нам с вами добавится доктор Василенко. Она, вот она на связи. Это как раз пластическая... владелица этой клиники, и нет, ребят, это не больно. Вот, Ир, я сейчас немножко помолчу, Ирина Николаевна, расскажите еще раз подробно про профайл и вообще, что, как, во сколько, в каком возрасте начинать делать, девочек очень интересует. Так, ну я сейчас начну рассказывать про профайл, и также буду отвечать параллельно на вопросы медицинские, да, вот я вижу, что это, какую делаете процедуру от носогубок и так далее, спрашивают. Носогубные складки мы Леню уже давно не колем, а делается средняя зона для того, чтобы сделать лифтинг носогубных складок. Сильно утяжелять эту вот зону нельзя. Больно, да, вот. Что касается профайла, этот препарат мы используем, это сам препарат последней линейки, мы его используем на связке, он поддерживает связочный аппарат. Мы его колем в те зоны, где мышцы крепятся к мышцам либо кости, либо кожи. И это препарат последнего поколения. Он и бертализант, и между контурным филлером, и между бертализантом по плотности. Поэтому он мягко ложится, вызывает лифтинг и как раз-таки делается в те зоны, которые у нас максимально подвержены гравитационным птозом, как раз прокалывая эти реперные точки, мы усиливаем лифтинг зон, которые необходимы для общего лифтинга лица. Лица и также шеи. Как вы знаете, шее очень тяжело работать на омоложение. Любые омолаживающие процедуры на шее просто необходимо делать многочисленное количество раз. И эффект минимален на шее, но именно препарат профайла там дает наилучшие результаты.
Вот, красивые губы стали, живые, естественные. Да, у Леночки губы потрясающие. Да, кстати, очень... за губы спасибо, Ирина Николаевна, мне лично их немножко поколола, потому что я очень боюсь делать губы, очень боюсь вот этих вот эффектов, но вот Ирина делает как-то по чуть-чуть, а вместо Ирины делают здесь доктора не менее прекрасно, просто так как Ирина моя подруга, я ей особенно доверяю, вот, и поэтому такие красивые сочные губы. Вообще, девчонки, на самом деле губы надо делать, даже если вы не хотите увеличить, а хотите просто, чтобы они, нет, профайл это не заметитель ботокса, вам сейчас расскажет Ирина Николаевна, просто чтобы губы были более сочные. Что, все или еще одну? Последнюю давайте. Все, Ирина, говорите. А, значит, ботокс, ботулотоксин, это обездвиживание мышцы, да, там колется в мышцы для того, чтобы ее расслабить и для того, чтобы тонусом уменьшить количество морщин. А профайла делается в связке для того, чтобы это гиалуроновая кислота, для того, чтобы сделать лифтинг, уплотнить кожу и сделать ту зону, которая максимально подвержена атрофии, максимально подвержена гравитации, и ее простимулировать, уплотнить, и таким образом добиваемся лифтинг. Видите, это несколько точек на лице, это 6 точек. Зеленая ее с вами только что проколола. Тем не менее, эффект потрясающий. Эффект отмечают все наши пациенты. Эффект намного круче, чем бритализант. И плюс в том, что нет никакой реабилитации. Да? Нет каких-то дней, которые надо бы ждать там для реабилитации. То есть сразу встал, выглядишь хорошо. Ну и плюс эффект, конечно же, через 10 дней по нарастающей усиливается в будущем. Спасибо. Можно колоть и профайла, и диспорт. Не надо одновременно, наверное, даже, да. Девочки, по поводу... там был такой сейчас смешной какой-то вопрос. Спасибо, Зарина Иосифовна. Был какой-то смешной вопрос. Я уже даже... что-то такое. Ну ладно. Слушайте, во-первых, знаете, я вас призываю быть немножко корректнее, спрашивать, например, у врача, не хочет ли она себе сделать блефаропластику, это как минимум некорректно. Ирина молодая, красивая девушка, разрез глаз у всех разный. Я, например, первый раз делала блефора просто вот из-за разреза, как вот у Ирины, да? Но это мой личный выбор. Ирина любит, любима, у нее все хорошо в личной жизни, и чего это ей в ее нежные 35 лет бросаться блефоропластику делать, девочки? Ну вот реально здесь, кроме как завидуйте молча, даже сказать нечего. Вы такие вообще у меня умнички вежливые, да? А что про диспорт? Сейчас вам все расскажет. Ирина Николаевна, расскажите им коротко про диспорт. Я не знаю, что про него можно рассказать. Тут увидел интересный вопрос. Можно ли бетализант био на профайла заменить? Нет, бетализация это одна процедура, профайла другая. Бетализация необходима для уплотнения и для улучшения качества кожи. А профайл это препарат, который усиливает лифтинг мягких тканей. Что можно рассказать про диспорт? То, что надо колоть его раз в полгода. Может чуть реже. Раз 6-8 месяцев, но не чаще. И необходимо делать регулярно. Вот что могу сказать. Извините, перебью, еще там выше какая-то женщина по доброте душевной написала, что после 40 лет губки надо освежать. Девочки, после 40 лет уже надо половые губки освежать. А губки вот эти, которые на лице, их лучше пораньше все-таки начать освежать, потому что чем раньше вы начнете это делать, тем лучше вы будете выглядеть. И вообще, вот мне много раз уже говорила Ирина Николаевна, что как бы нет определенного возраста, когда нужно начинать процедуры. Потому что это все зависит от того, как ваша кожа выглядит. Вы же сами знаете, да, вот, Ирина, скажите. Иногда приходят девочки, им по 30 лет, у них такая... Либо они на солнце постоянно бывают без защиты, у них уже такое лицо, что им уже в 30 нужно сделать все. Недержание мочи справляется ли после родов. Да, девочки, всем своим девочкам, которые у меня тренируются в турах, и которые во время прыжков, извините меня, вынуждены надевать прокладки, я им всем рекомендую поставить специальную петлю. Это операция, которую делают, вот скоро у Ирины будет клиника, где будет гинеколог, который вас проконсультирует и все вам про это расскажет. А про пигментацию сейчас Ирина вам расскажет подробно, это не моя тема. Пигментацию мы убираем в фототерапию. Сейчас в последний пост мы много об этом пишем. Лене очень часто делаем фототерапию, и это отлично работает. Да, я постоянно делаю фото. Профайла. Руки у меня после Таиланда, да, руки после Таиланда, извините, опять перебила, были в жуткой пигментации, я даже хотела в перчатках вообще ходить уже по улицам, но вот я сделала 4 фото, и пигментация с рук у меня ушла на 90%. Причем профайла. Там же разные мощности, можно и летом тоже делать, да, вот что многие... Да, летом тоже есть насадки, специально мы используем для лета. А профайла пигментации не убирает, убирает ее очень косвенно. То есть надо делать все-таки IPL-терапию, фототерапию, фото омоложения.
Вот. Короче, мои дорогие, любимые, милые, что вам хочу сказать? Не знаю, что карбокс, тоже, может быть, Ирина скажет. Я вам хочу сказать, что вы в любом случае должны выделять какие-то деньги на уход за собой. И даже если вам ваш супруг там или молодой человек говорит, что вам вообще ничего не надо, что у вас все хорошо, девочки, мне просто жалко на вас денег. Браслет у меня очень красивый, да, он стоит 10 тысяч евро, если бы он был некрасивый, я бы застрелилась. Поэтому спасибо вам за комплименты. Вот. И по поводу, что сколько стоит, девчонки, я уже выложила сториз, там есть ссылка на клинику, вы, пожалуйста, туда заходите, звоните, заходите на сайт, и вы про цены все узнаете. Вот. А Ирина, где наш доктор Фарик? Может, покажете? Могу показать, конечно. Да, я думала, наоборот, он помешает нам спрятаться. Да, вы просто покажите, потому что мы сейчас уже будем сворачиваться, но мы хотим все на доктора Фарика посмотреть. Ой, ой! Привет! А доктор привет. Фарик? Привет! Привет! Разулыбался. Улыбака ты наш. Маленький улыбака. Вот. И хочу сказать, что вот Ирина молодая мама, ребеночку 9 месяцев. Он, кстати, прекрасно развивается. Он уже он сегодня встал, да, Ирина? Да, вот буквально сегодня. Ага. Прям самостоятельно. И я просто с таким уважением отношусь к таким женщинам, как Ирина. Много раз вам об этом говорила. Человек успевает все. Она прекрасная мама. Вот сейчас мы с ней сидели там час назад в ресторане вместе с Валиком. И она все время с ним, когда у нее есть хоть свободная минута. Она оперирует, вот, она открывает новую клинику. И она успевает все. И мужчину своего удовлетворяет на 100%, что он просто с ума сходит от нее. За это, я надеюсь, мне там угостит чем-нибудь мистер Фарид. Вот. А вы, девчонки, иногда просто все списываете. Я мать. Блин, ну, ребят, реально, знаете, нет оправдания тому, что вы мать. И выглядеть надо хорошо. Если хотите оставаться еще и женой, то не забывайте за собой, конечно же, следить. Ну что, Ирин, говорите нам до свидания. Так, до свидания всем. До скорых встреч. Да, в клинике. И, кстати, девочки, что касается... Господи, всем пока. Красотка, да, что касается, я хороший мотиватор, ну, я мотиватор, ну, Ирина, я считаю, тоже мотиватор, потому что, вы знаете, человек приехал в Москву, наверное, около 8 или 9 лет назад, я уже точно не помню, мы дружим 5 лет, и она такого добилась сама, вот просто вообще без поддержки, без помощи, но это еще раз говорит о том, что человек может, женщина может добиться всего, вот вам яркие 2 примера, я, Ирина, дочь свою могу тоже в пример привести, потому что она у меня тоже. Я тоже бабушка. У меня внуку, извините меня, 6 лет, он уже в этом году в школу идет. И что за процедура после родов, чтобы прыгать без прокладки? Ребят, это операция, ставят специальное, то ли это петля называется, то ли это кольцо. Но это можно сделать только вот при помощи этой операции, избавиться от недержания. Когда вам предлагают делать массовое упражнение Кегеля, еще какую-то фигню, сразу вам скажу, что это, ну, это вам практически не поможет. Вот. Поэтому, если у вас серьезные проблемы с недержанием, делайте эту операцию. И эту операцию очень хорошо совмещать с операцией по уменьшению влагалища. Ну что, мои птички-рыбки, я пошла, у меня свидание, как всегда. И вот чем еще хорошо профайла? Видите, прокололась, никаких папул, вообще ничего, небольшое покраснение. И все, хочешь на свидание, хочешь еще куда-нибудь. На шее тоже только покраснение. Люблю вас. Да, только операция поможет. Поэтому, девчонки, я не знаю, сколько она сейчас стоит. Рекомендовала ее, когда вот девочкам, она стоила где-то порядка около 100 тысяч рублей, по-моему. Ну, не знаю, надо узнавать. Пока-пока. Люблю вас. Хорошего вечера.